время оперативной съемки 15 часов, время, получается, мы проехали под отделение милиции, Новофонского отдела милиции Гудовского района в село Анухово, это в 3 километрах от отдела. Приехали в одну из посолочных дорог села Анухово, где гражданка... Представьтесь, пожалуйста. Виктория Сергеевна будет указывать на те места, где ранее осуществляли данные заказки. Покажите, пожалуйста, первое место, где осуществляли данные заказки. Где? Внимание. Полиэтиленовый сверток. Получается, внутри полиэтиленового свертка два свертка белого цвета. Сейчас мы скроем на обозрение участвующим лицам. Внимание, понятые, внутри белого свертка обнаружено вещество светлого цвета. Сейчас второй тоже вскроем. Внутри также вещество светлого цвета. Все, это мы будем упаковывать в конверт номер один. Два свертка белого цвета, также полиэтиленовый пакет прозрачный. Мы упаковали конверт номер один. Разделы сверху были упакованы с конверт номер один. Опечатаны мышечной печатью уконного ядра, также расписаны распись всем участкам процесса. Так далее, Виктория, да, правильно? Угу. Дело осуществили следующие тайные закладки. Можете показать? Выше. Выше? Да. Давайте пройдем. Аня, ты поближе подойдите, пожалуйста. В земле, получается, был обнаружен белый полиэтиленовый сверток. Сейчас мы его вскроем. Здесь также внутри обнаружено два изолированных свертков белого цвета. Сейчас мы их будем вскрывать. Обратите внимание, вещество внутри изолировано одного свертка, вещество светлого цвета. Также второй сверток. Также внутри обнаружено вещество светлого цвета. Так, мы это упакуем в конверт номер два. Печатаем осичную печать уконным ВДА, распишем всех участников процесса. Все это будет упаковано соответствующим образом. Пожалуйста, с кем вы считали данные закладки? С Виталием. Да. Каким образом это происходило? На телефон фотографировали? Он делал закладки, фотографировал и все. Дал у меня мое электронное устройство, вложил его, фотографировал. Да, точно можно, я ничего не вижу. Для какого денежного вознаграждения вы должны были получить за проделанную вашу работу? В районе 100 тысяч. В районе 100 тысяч. И он, и вы, да? Я не знаю, сколько, только за себя знаю. Покажите нам следующие данные закладки, которые... Выше. Второго места мы пошли метров 10-15. И третьего места гражданка, которую укажите, пожалуйста, в его студию. Где? Вот камни. Был обнаружен изолированный сверток. Сейчас мы вскроем. Обратите внимание, вещество светлого цвета. Также во втором свертке вещество светлого цвета. Здесь ранее закладки, которые вы осуществили, можете указать? Приблизительно 30 метрах. Так, с... Жанку, укажите, пожалуйста, на место, где вы сюда данный заклад. Здесь получается это рядом той же дороги, по которой мы ранее поднимали камнем. В земле был обнаружен белый заизолированный сверток. Расстояние 20 метров от 4 места к 5. Покажите, пожалуйста. Получается, мы от 5 места отошли примерно метров 20-25. Вот. Понятые, обратите внимание, также прозрачный полиэтиленовый пакет, внутри которого прослеживаются два свертка, два белых свертка, изолированные белой изолентой. Виктория, вообще что это за вещество, вы знаете? Нет. Знаете? Нет.